Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервис Кар». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервис Кар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Едва не погиб после заноса и столкновения с грузовиком водитель отечественной легковушки в Подосиновском районе. ВАЗовская «десятка» после удара вылетела в кювет. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в среду в 8 утра на 5-м километре дороги Подосиновец-Луза. За рулем «десятки» ехал водитель без прав. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, не имеющий права управления транспортными средствами, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением автомобиля и допустил его занос, после чего он столкнулся с попутным автомобилем «КамАЗ». В результате водитель «Лады» получил травмы, ему была оказана медицинская помощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась. В Нолинском районе произошла трагедия. По предварительным данным полиции, на 119-м километре дороги Киров-Вятские Поляны 32-летний водитель «Лады Гранта» сбил женщину. Пешеход шла в попутном направлении по краю дороги. В итоге пострадавшая погибла. 15 ноября в 11 часов в Котельническом районе столкнулись легковушка и автобус. По предварительным данным ГИБДД, 52-летний водитель «Лады Калина» врезался во встречную маршрутку без пассажиров. «Пазик» и «Универсал» получили повреждения. Водитель «Калины» – травмы. В Кирове на перекрестке улиц Труда и Володарского в ДТП попали еще два автомобиля. По предварительной информации госавтоинспекции, водитель БМВ не уступил дорогу Hyundai, который ехал по главной. Пострадавших нет. На вероятного виновника аварии составили протокол. Сергей Пичугин, место происшествия.